Стало традицией, что глава Ленинского района перед началом чемпионата Европы по мотоболу дает напутствие команде. Встреча Валерия Венцеля со спортсменами состоялась сегодня в здании администрации. Руководитель района лично поприветствовал каждого. Чемпионат Европы в этом году пройдет во Владимирской области, в городе Ковров. В состав сборной в основном вошли игроки нашего видновского «Металлурга» и несколько человек из команды «Колос». И несмотря на то, что буквально на днях они были соперниками и играли в финале Кубка России, сейчас они одна команда, которая представит нашу страну на главных соревнованиях года. А в этом году, так как чемпионат Европы в России, мы решили кубок провести именно вот перед началом чемпионата Европы. И поэтому мы посмотрели всех, все были члены сборной команды России, кандидаты в сборную России. Поэтому мы посмотрели их в деле, в игре. И поэтому готовность практически 99,9%. А чтобы увеличить готовность команды до 100%, администрации было решено для самых активных болельщиков выделить автобус для поездки на игры чемпионата. Это, без сомнений, поднимет командный дух спортсменов. Но в целом было видно, что ребята настроены решительно и готовы побеждать. Я уверен, что при таком настрое, как вот сегодня я увидел, нашей сборной Российской Федерации по мотоболу, ребята в очередной раз привезут кубок. Я не сомневаюсь. Почему? Потому что действительно те показатели, которые показывают в первую очередь наша прославленная команда «Металлург», они говорят сами за себя. Валерий Венцель также пообещал найти возможность и приехать на финальные игры, чтобы поддержать спортсменов. Мы надеемся, что наша мотобольная сборная покажет достойную игру и сможет в 25-й раз стать обладателем титула чемпионов Европы.